доброе утро. Мы уже все вышли сюда перед, на улицу. Перед телекомпанией ТВК, разместились вместе с этой уникальной штукой, с этой уникальной конструкцией. И сегодня вот этими вот злыми птичками мы будем выбивать злых хрюшек. Вы знаете, это как говорят ребенку родители: перестань сидеть в компьютер, посмотри на реальный мир. И вот они, мы в реальном мире. Все с теми же Angry Birds получается. Да, ничего, собственно, не изменилось. Но здесь посложнее. Не просто пальцем нужно оттянуть. Я пока положу. Гигантская рогатка. Гигантская рогатка. И свиньи. Мне почему-то кажется, что это все сейчас улетит вот в тот дом, вон в то открытое окно. Ну, давайте посмотрим, может быть, мы птичку действительно забросим кому-нибудь из наших соседей на Копылова. Да что ж такое? А птичка-то решила не вылетать сегодня из гнезда. Попробуй большую мою черную птицу. Да, держу маленькую. Мы благодарим за сегодняшнее утреннее веселье Air Park Кузнецова. Вот такой же реальный аттракцион. Отпускай! Аттракцион может появиться и на вашем мероприятии. Таня, ты готова? Я готова. Давай я подержу твоих птиц. Зонтик лучше подержите. Я сейчас попробую. Ну, не мне могу кажется, разобраться. Что после этой неудачной Сашиной попытки, Вот так, 100%. Я настоящую злую птичку сейчас запущу. Все, я в окно. Вот женщина давай. В окне, видите? Да, она и ловит. Парень. Давай, запускай, запускай. Опа! Мы видели? Вау! Уже случилось. Василий? Так, я даже не знаю, какой мне выбрать. Зеленая. Мне кажется, зеленую свинью держи тебе. Эту охапку птиц. Зеленую свинью должна сбивать зеленая птица. Так, Таня, учи меня, как ты там запустила? Ты, главное, саму птичку-то отпусти. Да. Положи ее сюда, вот в это гнездо. Ой-ой-ой. Да, давай, давай. Отпускай. Давай. Опа! Почти. Улетела. Сейчас моя очередь. Давай, да? Давай. Ну, кто-то же должен голубую птицу бросить. Вот она досталась тебе. Так. Птица счастья завтрашнего дня. У вас вообще в телефоне есть хоть одна компьютерная игрушка? У меня, кстати, вот была такая игрушка. Angry Birds. Angry Birds. И я пропала для общества недели на три. Серьезно? Ты 3 недели не могла ее пройти? Нет, я ее прошла, я просто дальше уровня начала по сложности проходить, и это было очень... Я играл в Angry Pigs. Слушайте, в Angry вот эта штука мне жутко нравится. Никогда я сделала из рогатки. Тяни, тяните, тяните. Опа! Почти Василий. Почти в нашего оператора. Я думаю, белая птица. Белую, конечно, нужно замарать. На улице дождь. Сегодня весь день синоптики прогнозируют погоду пасмурную. Почему бы белую птицу не запустить в эту... В тучу. В тучу! Опа! Вы уже тоже близки. Пока все свиньи целы. И овцы тоже. Можно долго тренироваться. Обратите внимание на резиночку, которая у этой рогатки. Это же что-то особенное. Мы можем попробовать сбить только нашего оператора. Он там самый такой приметный, да. Он гораздо привлекательнее этих хрюшек, понимаете? Да. Так. Может, еще вы знаете, давай. Нам надо как в сказке про репку. Всем оттягивать. Да? Ну, давай. Нет, а если отстрелит, отпускай. Я еще хочу. Давай. Опа! Ну, тут тоже практически до Копыловского моста долетело. Ну, давайте, может быть, переиграем, возьмем свинью и свинью запустим. Свинью. О, свинью, давайте свинью. Птицы, птицы легкие. Ах, видели, как это было близко? Так, Таня, несите свинью, Василий, несите свинью пока. Мы ее подложим, как говорится. Angry Pigs. Свинью мы подложим другим свиньям. Таня, вы так любите натягивать, я смотрю, вот эту... Да, вот мы эту, тебе давай и дадим. Поэтому натягивайте сами, раз уж так, это доставляет вам такое удовольствие. Все, ты контролируешь процесс? Я контролирую. Контролируешь, все, я отпускаю. Ой, пойду-ка я схожу. Так. Схватит! Свинья не летучая попалась, хотя мы старались. Вдвоем мы даже рогатку, посмотрите, как-то... подыспортили. Вы завершили игру, скажем так. Хрюшка подытожила сегодняшнее соревнование. Ни одной выбитой свиньи, но много счастья и радости. Ну, я думаю, да, на каких-нибудь корпоративных мероприятиях это проходит намного веселее, потому что там втроем-то было весело. А если людей уже очень много, то это будет вообще здорово. Мы желаем вам хорошего утра, друзья. Сейчас посмотрим, повезет ли вам, как можно сказать, некоторым в нашей игре, да, и сейчас не будете ли вы выбиты сегодня. Вите и его объективу. В общем, оставайтесь с новым утром. Ловите гороскоп.